Ну вот, эти вот камни, да, вот сверху вниз идут, и вот где мы видим стену, это уже все пристроилось позже, а вот за стеной там было углубление. И там Рамана Махарша и сидел 7 лет. Обрастал волосами, там ногтями. Не знаю, как это объяснить. Моему уму это непонятно, но я думаю, что, конечно, это все очень серьезно. Его нельзя сравнить ни в коем случае, там умолить как-то до уровня бомжа или какого-то психически больного человека. Потому что, почему я об этом говорю? Потому что скептик на это богат, на такую вот фантазию. И он может сказать, да, что сюда люди приходят и поклоняются там какому-то там сумасшедшему или полусумасшедшему бомжу. Все это далеко не так. Я не сторонник, не являюсь как бы его преданным, его поклонником. У меня другое направление. Моя жизнь — это агни-йога. Но тем не менее я не сомневаюсь в святости, именно святости этого человека. Так, вот обезьянка пришла. Сидит. Вот калиточка. Ну, там снимать не позволяют, как бы, дабы не поднимать шум. Естественно, я этого не делаю. Что можно было снять вокруг, я постарался снять. Вот, я уже говорил, что достроили небольшой такой, как бы, домик, как обыкновенная хата. Достроили домик. И сейчас люди ходят сюда, здесь медитируют, стараются, наверное, уловить эту волну, вибрацию, энергию, не знаю, которую, может быть, здесь получал Рамана Махарши, вот, или зарождал. Очень хороший вид на город, как я уже говорил. Так, ну что ж, подымусь чуть выше еще.